Венди все починит. Венди, смотри. Секундочку, я занята с Луной. Венди, ты поможешь мне снять это? Ты видела кратеры на Луне? Они похожи на глаза. Леди! Ну-ка посмотрим. Я мастер по веревкам. Если это продеть сюда и сюда... Ой! Венди, помоги! Почему вы плачете? Итак, сейчас я вас освобожу. Поехали! Здорово, голова кружится, будто на карусели. Я поеду быстрее. Ой, узел на веревке. Венди, помоги нам. Развяжи, пожалуйста, узел. Вы видели, как Луна улыбается? Ой! Венди вечно витает в облаках со своей луной. Она вообще не обращает на нас внимания. Плохой из нее друг. Она думает только о себе и нам не поможет. Ты не приведешь Мисси? Я даже не знаю, с чего начать. Хочешь, я ее починю? Ты знаешь как? Вряд ли это сложнее, чем степень по астрофизике. Руль ставим наверх. Но это колесо. Точно. Колесо ставим вниз. Сколько у нее колес? 4. Вам помочь? Да, пожалуйста. Я все починю. Нужно только подтянуть немного здесь и чуть-чуть затянуть вот тут. Я починю, ведь именно для этого и нужны друзья. Та-ра! Прошу вас, друзья, вы всегда можете рассчитывать на меня. Это кладем сюда, это сюда, а это... Помощь не требуется? Нет, спасибо, почти готово. Получилось идеально. А теперь я помогу Леди, лучшей подруге. Помоги мне починить коляску. Это ужасно. Вот что она сделала с оградой Кэти. Нет. Я все соберу. Это кошмар. Она пытается помочь нам, но если так и дальше пойдет, нас прибьют к ограде или к колесу. Кто-то должен остановить ее. Я помогу тебе, подруга. Не стоит. Спасибо, Мисси. Нужно было просить тебя помочь чинить вещи. Я ни на что не гожусь. Да, у меня хорошо получается. Можем работать вместе, если хочешь. К тому же, кое в чем ты хороша. Ты прекрасно разбираешься в звездах, и я бы поучилась от тебя. Здорово. Да. Теперь мы сможем смотреть на звезды вместе. Здорово! Ух ты! Не волнуйся, Винни, я все починю. Нет! Край, Билли!
Чаепитие вот-вот начнется. Кексики уже готовы? Они в духовке. Еще пара минут. Пенни понравится мой новый чайный сервиз. Он такой красивый. А? Иду. Джиджи зовет. Пойдем. Но я готовлю. Быстрее. Мы идем в поход. Там замечательная природа и много-много ягод. Ура! Ура! Как же мое чаепитие? Кьюти, вынь кексики из духовки. Мы идем в поход. Обещаю, будет весело. Тебе понравится. Я не люблю ходить в лес. Эй! Эй, девочки, вы Кьюти не видели? Идеально! Палатка установлена по правилам. Ха-ха-ха-ха! Куда ты собралась со всем этим? Здесь только необходимое. Все это лишнее в походе. А вот компас нам понадобится. Глупости. Леди, Джиджи, мы идем за ягодами. Пойдем, леди, будет весело. Пен, ты где? Пен! Пен! О! Леди, нельзя уходить от остальных! А! Смотри, какие ягоды! А! Наверное, ядовитые. Не буду их собирать. Позови, когда закончите. Ты не можешь лечь спать. Нужно пойти с остальными. Очень важно держаться вместе, чтобы не заблудиться. Это невероятно. Я не боюсь. Я искала ягоды. Ну да, пора уходить. Уже поздно. Мой компас покажет нам, куда идти. Компас, скукотища. Я сама найду дорогу домой. А это что? Берегись, леди! Мне самой все делать. Ух ты, вот это здорово! Да ладно, нам сюда? Нет, сюда, иди за мной. Как же кушать хочется. Я бы даже поменяла свои духи на кексик Кони. Кушать хочу. Когда мы придем? Джиджи! Леди! Ура! Ура! Спасибо, что ты и твой компас спасли меня, ведь мне было очень страшно. А тебе спасибо за духи. Из нас получилась отличная команда. Ух ты! Чаепитие. Не хватает только кексиков Кони. Да, но я не знаю, где Кьюти. Вот и вы! Кьюти, Пен, вы самые лучшие! Да, поход на природу, это все-таки здорово! Спасибо, девочка! Соски.
Спот, воспитанные собачки не лают по ночам. Что это я вижу? Это галлюцинация? Настоящая! Вы не представляете, что мне пришлось пережить. Я так испугалась, что не смогла заснуть. Но бриллиантовых сосок не существует. Этого не может быть. Тем более они не летают. Наверное, тебе приснилось. Вот и нет, я видела, как она залетела в окно. Ведь так, Спот? Это очень подозрительно. Ну-ка, Спот, признавайся, где ты взяла бриллиантовую соску? Спот здесь ни при чем. Доти говорит правду. Это фэнтези. Кажется, они что-то знают. Конечно, мы знаем. Доти встретила бриллиантовую соску привидения. Видите? Я же говорила, что не вру. Легенда гласит, что раз в каждые 100 лет появляется бриллиантовая соска. Внутри нее живет жуткое привидение. Отпугнуть его могут только кексики. Соска с привидением? Какой ужас! Пойду испеку кучу кексиков. Девочки, бояться нечего. Если где-то есть тайна, детектив Кэмми обязательно ее раскроет. Если привидение вернется, мы будем все вместе, и никто нам ничего не сделает. И все же я не верю ни единому слову. Привидений не бывает. И я докажу это с помощью маскировки. Эй, просыпайся, хватит спать, Соня. Я приготовила бутылочки и напекла кучу кексиков для защиты. Спасибо, Кони. Девочки, это не для еды, а чтобы отпугивать привидения. Это так вкусно, что мне даже больше не страшно. Оно за мной, да? Да, спасите! О, нет, мои кексики его не напугали! Какие вкусные! Разве привидение не должно было испугаться кексиков? Они проглотили эту сказку, а мы съедим их кексики. Видели бы вы лицо Доти, когда она увидела бриллиантовую соску? Ага, теперь все понятно. Эти привидения любят кексики Кони, да? Что ж, будут вам кексики. Ладно, пойду принесу еще. Да, мне с клубничной начинкой, а мне с шоколадной. Давайте! Вот вам кексики привидения. Быть побитыми кексиками — вот это сказка. Вы нас простите, мы просто пошутили. Держи, это моя бриллиантовая сказка. Спасибо тебе. А это было весело. Обожаю расследование. Еще кексиков. Посмотрите, какая слезинка. Фэнтези Мэджик Тикс. Я дежурю у фонтана. Ура!
Ну как? Видели, что я умею? Мы видели твой безумный полет. Каждый день одно и то же. Будь же внимательней. Ты чуть не оставила меня без цветка. А меня без рожка. А меня напугало. Я думала, им понравится. От меня одни проблемы. Я катастрофа. Что ж, не буду больше летать. Так я никого не потревожу. Но без полетов застынет воздух, и на горе фантазий все остановится. Догоняй! Джема, сюда! А? Я готовлю зефирные облачка. Можешь последить за ними. Я мигом вернусь. Конечно. Услышишь звонок? Подлети и выключи, хорошо? Да, да. Я забыла свой рожок. Можешь прилететь с ним? Никаких полетов. Отнеси их ко мне, пожалуйста. Это краски для волшебных кисточек. А мне надо к озеру. Спасибо. Попробуй. Новый вкус. Спасибо. Что мне надо было? Ах да, рожок. Волшебные кисточки! Они красят мороженым! Что я наделала? Зефирные облачка! Это кошмар! Ай, рожок! Посмотри вокруг, вот в чем твой дар. Это все я? Разве не видишь? Ты никогда не останавливаешься, но перестанешь летать, застынет все вокруг. Мир движется благодаря тебе. Ты должна летать. Но из-за моих полетов одни проблемы, а я никого беспокоить не хочу. Ты не права. Летать – это твоя природа. Просто будь чуть-чуть аккуратнее. Вот и все. То есть лети! Я мигом. Вот увидите. Да! Рожок! Спасибо, Джена! Это было великолепно! Летать – это здорово! Фэнтези Мэджик Тис! После такого надо хорошо поспать. Cry babies, magic tears.
идти. О, мега-бросок Джиджи, лови! Не смейся! Это не я! Лови обратно! Какой костюмчик! А к нему еще корона! Не трогайте ее! Она с горы фантазий! Она кто? Я читала о них в комиксах! Я знаю все о горе фантазий! Ты правда фантазерка! Ох ты! Бедняжка! Давайте отнесем ее ко мне домой! Уже. Просто согласись, летать ты не умеешь. Эй, я учусь. Зато я умею останавливать время. Останавливать время — ерунда. А вот так ты умеешь? Вкусняшка. Пойдем, нужно найти Фели. Привет. Пришла в себя. О, где? Где это я? В долине. Так тебя зовут. Я Фели. А откуда ты пришла? С горы фантазий. Через портал. Ну вот, она ударилась головой. Плохо дело. Нет, говорю же, она с горы фантазий. Что ты умеешь? Может, летать? Или исчезать? У вас есть облачная горка? Вот она спокойная, как ни в чем не бывала. Вставай, пойдем. Нет, стойте, Фели. Как мне попасть на эту гору? Через портал. Ищи сердце с крылышками. Что это оно, поймешь не сразу. Хлопни 3 раза, положи руку на голову, потом на талию. Прыгни вперед и назад. Чем правильнее двигаешься, тем быстрее он откроется. И в конце крикни: раз шагни, два шагни, в мир фантазий портал найти. Так это правда? Теперь вы мне верите? Все идем на гору фантазий. Но как мы найдем портал? Я вас догоню. Только захвачу кое-что. Облачная горка. Смотри, твой бантик. О, он весь в блестках. Добро пожаловать, у нас гости. Невидимка. Эй, она летает. Спасибо, что приютили меня.